Всем привет! Наконец-то дошли мне руки показать, что у меня происходит с моими комнатными огурцами. В этот раз, конечно, несмотря на то, что я взяла три сорта, очень сильно расстроилась. Почему? Сейчас вам покажу. Вот, смотрите, вот такой огурчик уже хорошенький, с маленьким мизинчиком. И что с ним происходит? Почему так, я не знаю. Но вот если обратите внимание, вот следующие малыши тоже начинают уже отсыхать. Видите? Вот желтеть кончики. И вот здесь вот тоже. Вот, гляньте. Видите? Тоже огурчики отсыхают. Достаточно уже крупненькие. Ну, вот этот еще красивенький. Вот видите, какой замечательный огурчик. Они, конечно, очень мелкие. Я рассчитывала, что они будут крупнее. Вот. Ну, вот, допустим, вот когда так еще отсыхает, это понятно. Просто растению не хватило сил, и он верхний вот убрал огурчик. Но вот это меня очень расстроило. Когда уже нормальный огурец, просто где-то сейчас, подождите, найду. Покажу еще, тут крупненький один был, так, что-то я его не вижу. Спрятался. А, вот он, вот. Вот этот вот один, видите, крупненький такой вот. А, самый крупный. И вот этот, вот их два, вот их вот так вот, их два сразу видно. Если, может, кто знает, что это такое, почему так происходит, напишите. Вначале так все замечательно начало. Растение, посмотрите, какое большое уже выросло. Вот оно такое огромное. Вот, видно, да. И вот такие результаты печальненькие вышли. Вот, если какие-то есть советы на этот счет, пишите, с удовольствием послушаю, попробую. Обрызгиваю регулярно, сухости воздуха нету. Листики достаточно зелененькие, хорошие, освещение тоже достаточно. Опрыскиваю, поливаю регулярно, пересыхания грунта не должно быть. И вот такая вот ситуация по огурчикам. Самые крупные вот эти два маленькие огурчика, которые даже мелкие крошончики такие, меньше мизинчиков. И вот, вот так вот я ждала, что они еще чуть-чуть подрастут, чтобы пробу снять. А они вот так вот отвяли. И новые растут нормальные, цветут, все замечательно. А урожая получается нет, печально. Вот такая вот история у нас. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш семейный каналчик. Будем вам очень рады. Ну и заходите к нам почаще в гости. Может, что-нибудь интересное для себя найдете. Вот. Всех люблю, целую, пока-пока.